конце прошлого года в Канаше довольно остро стоял вопрос вывоза твердых бытовых отходов с придомовых территорий. Тогда в ходе проверок сотрудники Канашской межрайонной прокуратуры выявили многочисленные нарушения. Все требования управляющей компании были устранены. Как сегодня обстоят дела в городе железнодорожников, узнала наша съемочная группа. В конце 2016 года по инициативе Канашской межрайонной прокуратуры было возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. Внесено 8 представлений об устранении нарушений закона. В суды направлено 3 исковых заявления. Все они в отношении управляющей компании «Чистый город» и администрации города Канаш из-за несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов. Все акты прокурорского реагирования по результатам рассмотрения удовлетворены. Примененные меры прокурорского реагирования позволили стабилизировать обстановку, связанную с вывозом твердых бытовых отходов. В текущем году, по словам городских властей, жалоб от населения не поступало. На сегодняшний день проблем по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов устранена. Данный вид деятельности осуществляют две организации. Это ООО «Дорсельстрой» и ОАО «Канашская городская ярмарка». Наша съемочная группа на месте убедилась – мусорные контейнеры пусты. Регулярный вывоз мусора при участии городских властей налажен. Но растаявший снег обнажил другую проблему. На ближайшем заседании рабочей группы при межрайонном прокуроре по вопросам устранения нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства будет рассмотрен вопрос вывоза мусора с прилегающей территории, с контейнерных площадок. Вопрос вполне решаем, особенно если к нему подойти сообща, уверены городские власти. К прилегающей территории, контейнерным площадкам будут приведены в надлежащее состояние в ближайшее время. Хочу призвать всех жителей города Канаш к общегородскому субботнику, который будет проходить 21 апреля. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.